занимаюсь в жизни тем, что исполняю какие-то свои детские мечты. Вот. Это, конечно, удивительно, и благодарность судьбе, и вот, кстати, тоже благодарность судьбе, которая сводит меня с удивительными совершенно людьми. И когда меня спрашивают, в скольких странах ты побывал? Да я не знаю, в скольких странах, потому что, ну, так вот, чтобы взять и побывать в стране, ну, дело не хитрое, пролетом можно. Вот, но так, чтобы страну изучить, не только страну, народ, конечно же. Самое ценное в стране – это люди, и самое ценное в путешествиях – это общение. И, конечно же, история, знание истории. Вот я всегда говорю, что для меня история с географией – это синонимы путешествия. Из Сан-Хосе, Коста-Рика, там есть замечательный музей, и в музее продаются реплики, копии. Вот древних, древних артефактов, древних артефактов, которые были еще во время доколумбовой эпохи. Вот это, я полагаю, это то, что инки называют Пачамама. Пачамама – это главное божество инков. Есть Пачамама и Мама Кочи. Вот Пачамама – это мать земля. Один из маленьких камней, значит, пытались передвинуть современными механизмами, и ничего у них не выходит. И приходит дедушка, а вы, говорит, ничего не получится у вас. А почему? А вы не принесли жертву Пачамаме. Ну, давайте попробуем. И он действительно, как бы, происходит это таким образом. Значит, собирается в кучку все самое ценное и самое утилитарное, что есть у человека. Табак, конфеты, там денежка какая-то, ну, что-то еще, вот, что вот в карманах есть. Все это заворачивается и сжигается, при этом произносится молитва. Она очень простая, эта молитва, Пачамаме, на языке кечуа. Вот. И он действительно сделал этот обряд, и камень буквально чуть не оторвался от земли и легко пошел. Скажите, весь вечер хвалят ваши пирожные, в чем их секрет? Их секрет в волшебном ингредиенте нашего бренд-шефа Ларисы, в ее любви, которую она вкладывает в эти сладости. Но их основная фишка в том, что любой объект, любая картина, любая фотография может стать съедобной. И таким образом вы можете удивить всех гостей этого вечера. Умный Софи на борту пакетбота был лейтенант иностранного флота. Перед Софи он вертелся, как черт, и, извертевшись, свалился за борт. В тот же момент к лейтенанту нырнула, зубы оскалив, большая акула. Но лейтенант не боялся угроз, и над акулою кортик занес. Видя все это, смятение большом, вскликнул вдруг побледневший Софи. «Ах, лейтенант, что вы, рыба, ножом, щит!» И прошептавший смущенно «Молоко!» тут же акула продолжит борьбу.